Команду? А зачем? Они слишком для нас. Это Илья. Это я здесь. Он, мы будем этот друг против друга, как базарь. Мы же здесь находимся, своей команде помогать никак не сможем. Просто будем трындеть. Но сейчас тогда здесь находится Алби в команде Добро. Он будет стримить, он не будет помогать своей команде, естественно. Также Волосатое Стекло находится в команде ЛСВП. И Паша Якудзе в команде ЛСВП. Нас, конечно, много. Будем разбиваться. Итак, готовность. Добро... Убийство, да? Добро дает добро. ЛСВП. Это Паша поставил плюсик. Так, Паша уже запустился, и да? Грифон поставил с плюсик, да. Итак, пожелаем удачи командам и запускаем бой. Сейчас очень важно отследить первую минуту боя до засвета, чтобы не было краша. Слышите гул турбин? Так, а как мы узнаем, стрим начался или уже не начался? Начался? Паша поставил плюсик уже. А, ну тогда все. Всем привет. Всех приветствую. Сейчас будет коллективное самоубийство стримеров. Вы находитесь на очередном на очередной битве кланов. И сейчас у нас команда Добро и ЛСВП. Матч обещает быть интересным. Я мозг операции. Я буду вот в общем все координировать. Так, вроде никто не пишет, что краш. Первая минута пошла боя. По миникарте я вижу, что ЛСВП начинает захватывать свою звезду. То есть укрепрайон. Это делает один из игроков. Так, вижу, да, что... Обе команды ринулись на авиабазу. И сейчас в данный момент у них идет битва за авиабазу. ЛСВП захватили авиабазу. Авиабаза, я считаю, на этой карте это стратегически важный объект. Мне кажется, что сейчас надо клану Добро все-таки уходить с авиабазы. Потому что ребята, тех, которых они сбивают, они тут же возрождаются на авиабазе, ну и, соответственно, авиабазу захватить им нереально будет. Ну, сейчас мы посмотрим, как все будет развиваться. На самом деле, было уделено много времени тренировкам. Да, но что-то пошло не так. И авиабаза является стратегически важным объектом, но тут можно компенсировать заводом. Но здесь есть один нюанс. Завод очень важная точка, но только в том разрезе, если она дает дополнительные очки. Если завод постоянно переходит от команды к команде, он бесполезен. Это естественно. Но если постоянно дефить завод, авиабаза утратит свою актуальность. И противник с авиабазы будет вынужден идти на завод. Но сейчас вот у ЛСВП есть и завод, и... Я думаю, здесь была допущена ошибка с клана Добро. Надо было двум хорнетам лететь на завод. А уже получается истребителем забрать укрепрайон. Ну, сейчас посмотрим. Это всего лишь первый бой. Я думаю, после этого боя будет все-таки разбор. Сейчас, если команда ЛСВП заберет последний укрепрайон, то это будет турбобой.
Ну, видно, ребята тоже готовились и, ну, соответственно, также все отработано. Тяжелый истребитель пытается захватить завод в одиночку. Это не так невозможно или нереально, как кажется на первый взгляд. Это реально, просто что по времени будет чуть-чуть дольше. Быстро. Согласен. Итак, за тяжелым истребителем идет второй тяжелый истребитель противника, и сейчас бой будет на заводе. Если можно, покажу. Так, ну это я так смотрю, наверное, скорее всего будет кто я, да, я не вижу никнейма. Это Вадим, 71-177. Ну все, тут уверенная победа ЛСВП. То есть, получается, клан Добро проигнорировали первую точку звезды. Проиграли битву на авиабазе, и, в принципе, пока они возрождались, ЛСВП забрал завод. Но, в принципе, тактика у них неплохая. Но, опять же, могло и получиться и наоборот, что и Добро могли захватить авиабазу. Получается, при столкновении на авиабазе были упущены. Вообще, я думаю, тут все завязано на авиабазе. Ну, в принципе, ты прав. Опять же, если учитывать, что завод только в долгосрочной перспективе очень важен. Ну и все-таки, если бы все-таки смогли захватить завод, Добро, и удерживать его, ЛСВП были бы вынуждены покинуть авиабазу. Понятное дело, но тут есть один небольшой нюанс. Удержать завод достаточно проблематично. Да. Удержать завод проблематично, но не забывайте, что там помогают зенитки завода биться за завод. Его гораздо проще перехватить. Тоже вариант. Если он не капает, он... не приносит. Так, а я не могу понять, а почему наши взяли два хорнета? Вот что. Мне кажется, одного хорнета достаточно было бы. Ну, сейчас, вот, кстати, между боями есть возможность поменять технику. Посмотрим, воспользуется ли этой возможностью какая-нибудь из команд. Просто, если они считают, что авиабаза – это стратегически важный объект, то им надо было, вот, Кузьма меняет технику, я вижу. Ну, сейчас посмотрим, воспользуются ли возможности смены техники команды. А пока что поменяем респ. Также... Так, закинем. Вас местами менять по командам? Нет, не надо. То есть Пашу оставлю. Может, Пашу перекинуть тогда в команду Добро? Да, да, да. Вот это вот надо сделать. Картинка-то от него идет. Итак. Так. Себя, я, в принципе. Команду ЛСВП, да. На канал ЛСВП перемещаюсь. Итак, у нас получается Кузьма Добро. Он посередине почему-то. Так, что у нас пишут? Он технику менял. В чате. Пашу верните нам. Извини. Так, Кузьму закидывай на Ки-84. Кузьму закидываем в команду Добро. Итак, смотрим. У нас Добро 6 человек получается. Один из них стримит. Все в порядке. По технике проверяем. Техника вся соответствует регламенту. Напомню, не более одного штурма, не более двух тяжей и любое количество любых истребителей. Итак,
по готовности. Команды дают готовность и начинаем бой. Удачи. 32 500 с меня сняли за ремонт самолета. Каждое разбитие самолета считается? Да. Охренеть. Дорогое удовольствие играть в тренировочной комнате. Стримить в тренировочной комнате. Тем более стримить. Нет, почему нельзя сделать, чтобы... Как в танках. Что в тренировочной комнате платим только за снаряды и за оборудование, там, снаряжение. Какого хрена с меня снимают деньги в тренировочной комнате за самолет? Да пойми, это не проблема. Проблема в том, что нет нормальной камеры. Была бы нормальная камера, не пришлось бы разбиваться. Нет, с другой стороны, вот и правда. Почему не сделать тренировку бесплатной? Представьте, если человек приходит только в игру, у него еще мало серебра, но ему хочется потренироваться. И человек просто не получает опыта в тренировках из-за того, что у него нету серебра. То есть лети в настоящий бой, набивай шишек, а потом только можешь потренироваться. Угу. Извините, такое лирическое отступление, но займемся боем. Команда ЛСВП вновь всеми силами заходит на аэродром. Так, ну клан Добро тоже туда несется. Как угорелый. Посмотрим, чье кунг-фу сильнее. Личный скилл. Значит, будет очень интересный замес. Итак. СВП вновь победили. Так, снова клан Добро игнорирует звезду. Но в то же самое время ЛСВП захватили и звезду, и аэродром. И имеет хорошее преимущество. И уже идут на завод. Мне кажется, состав команды Добро не шибко подходящий для этой карты. Вот в этом бою конкретно. Мне кажется, команда Добро пытается отыграть от дефа. От дефа это проигрышная техника. Тактика вообще, в принципе. Если ничего не захватывать, смысла играть тогда нету. Да и дефить нечего, собственно говоря. Как бы, допустим, я бы поступил все-таки, если бы собирал команду, наверное, я бы взял 2 Хорнета и 3 Истребителя. Наверное бы... Да и не знаю, опять же. Вот если бы вот по первому бою я бы 2 Хорнетов пустил бы на завод и вместе с ними бы Истребителей. Знаешь, одного бы пустил бы на захват нашей звезды, но, опять же, это не факт, что надо же, правда, еще завод-то удержать. Удивляет то, что нету штурмовиков. А штурмовики бесполезны. Вот именно на этой карте расстояния очень большие от точки к точке, и штурмовики это бесполезно. Но не сказал бы, посмотри прошлый бой. Ну, еще я бы хотел сказать, что все-таки у ЛСВП очень сильные бойцы, я смотрю. Личный скилл хорош. Тяжелые истребители у них вообще отрабатывают на 5 с плюсом. И плюс еще маньяк Нацу Дрэгон. Который... Нацу тебя услышит. Который просто, я не знаю, просто творит чудеса какие-то. У нас видно, что легкие истребители себя как бы не... Никак не показывают. Да. Такое ощущение, как будто, я не знаю, то ли они все натренированные свои бои то ли забыли, то ли растерялись, то ли перегорели перед боем. Я не знаю, с чем это связано. Снова превосходство. Даже удержать свою звезду, то есть свой укрепрайон возле своего респа для нашей команды это проблема. Не понимаю, тяжелый истребитель, зачем он отправился в сторону завода.
И его сейчас, его сейчас сбивают два истребителя тяжелых. Просто атаковали и разорвали. Корнет, ну, один на заводе абсолютно ничего не сделает. То есть ему, в принципе, можно было улететь на укрепрайон и проще забрать укрепрайон. Знаешь, на самом деле, мне кажется, изначально сетап проигрышный. В один тяж играть карту с заводом без штурмовиков – это бесполезно. Либо нужен штурмовик, либо берешь два хорнета, чтобы быстро отжимать завод. Но штурмовик здесь не вариант, если только какой-нибудь 265-й, но... Так хорнет все равно... Ил-10-й, в принципе, вполне нормально. Не-не-не, он очень медленный, и тот же самый тяжелый истребитель прилетает и с захода убирает этого Ил-10. С прикрытием тяжелого истребителя. Пара. Да, нет. Тяжелый истребитель. Ну, просто не вариант. В чем дело? Штурмовик с прикрытием тяжелого истребителя, во-первых, эта связка медленней. Во-вторых, тяжелый истребитель вынужден следить за штурмовиком, а не заниматься задачей захвата завода. Два хорнета за один заход забирают завод буквально там в считанные секунды. Никаких штурмовиков, ничего не надо. Просто прилетели, откидали, забрали, улетели. Летают они быстрее. Огневая мощь ничуть не хуже. По крайней мере, данная карта, на этой карте клан все-таки ЛСВП оказался сильнее, но мы не будем забывать, что данный клан все-таки является победителем предыдущего соревнования, турнира. И я так понимаю, у них отработано все до миллиметра. Хотя, как опять же... Судя по их комментариям после того матча, где они заняли первое место, они говорили, каждую карту они не тренировались, не облетывали, а так вот рассмотрели, сказали, кто куда полетит, и, в принципе, победили тогда нынешний клан «Седьмое небо». Тогда его, правда, не существовало. То есть команду Миши Аброкина. Но там, кстати, в том вот турнире именно, если старый, да, там он «Великолепная семерка» вроде называется. Там до того все так мутно было с этими двумя сетками сверху и снизу, ну, не знаю. Итак, карта «Морские ворота. Битва за порт». Ну, еще не все потеряно, кстати. Команда «Добро» куда-то удаляется. Технику меняют. 100 грамм наркомовских принимают. Все возможно. Пока я оставлю так, как есть по стримерам, по судье. Просто поменяли карту. На следующий раз перекину. Так, добро обратно собирается. Итак, у нас 5 бойцов добро появились. Сейчас буду их закидывать. Итак, смотрим тренировочную. Что-то Грифон пишет на центр. ЛСВП просит всех перекинуть их на центр. Они будут менять технику. Так. Извиняюсь, я перекинул сюда и стримера. Так, возвращаю обратно. Так, ЛСВП попросили с центр карты, значит, будут менять технику. Кто я садится на Ил-10? В чем проблема? Да нет, просто странно. Первый раз вижу, кто я на Ил-10. Антон очень хороший штурмовик. Так, я смотрю, клан Добро все-таки решили полностью сетап из истребителей. В принципе, у них на одного истребителя будет больше. Но я, опять же, думаю, что тот же самый Ки-84 заберет гораздо быстрее аэродром, чем Ил-10. Хотя не знаю, как там
Вот с укрепроемом еще ИЛ-10 может быть быстрее заберет, потому что пока Ки-84 убьет двух тяжей и истребитель, ну не. Ну, в принципе, почему нет? Давайте посмотрим, потому что также я знаю, что ребята тренировали эту карту. Сейчас, может, у нас будет нежданчик. В сухую проиграет ли СВП. А, все. Так, все команды дают добро на старт. Команда Добро дает добро. Стартуем. Когда Dark Pint ушел в клан ЛСВП? Он же вроде у нас, да, был или нет? Ну, как раз где-то после прошлого турнира. Переманили, ах, они такие засранцы. Изверги. Изверги. Это мы уже все летим. Хотя нет, подожди, Dark Pinto это к вам ушел после прошлого турнира, мне кажется. А когда он шел в ЛСВП, не знаю. Так, а он в клане был в каком? Джей, да? Нет, Dark Pinto когда-то был в зло, насколько я помню. И в жаре. Или в жаре, точно не скажу. Или в зло, или в жаре. Да, жара, он был в жаре. И после турнира прошлого он ушел к вам. Но потом почему-то решил здесь. Ну, человеку виднее, никто никого не держит. Так, клан Добро захватили уже аэродром. Команда ЛСВП пытается захватить три точки одновременно. Но пока что небольшие проблемы с уничтожением воздушных целей наблюдаются. Ати, тут очень осторожно, не зевайтесь, надо разбиваться, потому что очень близко точка респа к территории. Так, ну я так понимаю, сейчас будет битва за центр. Да, идет. Так, а я надеюсь, у нас... А у нас стример Якудза с нами сидит или нет? Да. С нами в одной комнате, да? Угу. Да. А, у него только микрофон выключен, получается. Да. На данный момент Добро очень близко к тому, чтобы отжать центральную точку. Да, и это очень здорово, в принципе. Пока клан Добро ведет. Очкам, ну да, небольшой отрыв. Ну, этот отрыв сейчас ничего не значит пока еще. Это точно. Тут как же все-таки интересно, все-таки какой же бой интересный в центре. На этой карте, скорее всего, все решится после грозового фронта. Будет взаимно. Я тоже так думаю. Захваты точек. Туда-сюда переходящие территории и в конце концов все, клан ЛСВП забрали центральную точку. Молодцы, ребята, хорошо играют. Да, но я сейчас думаю, скорее всего, будет перезахват и точек. Вот если сейчас... Ага, все понятно. Это плохо. Они забрали стратегически важный аэродром возле точки респа клана Добро. Угу. А клан Добро пытается отжать центральную точку, что, на мой взгляд, корни неверно. Никакого преимущества на данный момент эта точка не дает.
Ну как, захват точки все-таки их приближает к грозовому фронту, а там уже... Вот, собственно говоря, и нивелировалось то преимущество, которое было у клана Добро. Сошло на нет. Сейчас я не заметил, когда они как его профукали вот эту звезду. Она прям возле, рядом была возле респа, и как они ее прям попустили, я не могу понять. Команда Добро сейчас более пытается собраться и летят более кучно. Ну, в принципе, они это делают правильно. У них выбора-то по большому счету нету особого. В принципе, не такой уж и большой разрыв. И заметьте, команда Добро залетает вся в центр карты, и там только один штурмовик зазевавшийся. Угу. Но при всем при этом карта точка заблокирована, и уничтожение штурмовика не дает никакого прока. Захвата точки. Пока что. Мы видим, что заходят они на последнюю точку. Если они ее сейчас заберут, то это будет турбос. Ну не турбо слив, но слив. Команда Добро пытается, ой, команда ЛСВП, Добро пытается отжать аэродром. Я не понял, а что они центральную эту точку не отжимали-то? Отжали. Центральную точку отжали. Там получилось так, что защитники улетели на другую точку. Очень маленькое расстояние с точки до точки. Поэтому даже получается так, что защитники с одной точки попадают на другую. Угу. Точки только и успевают переходить от одного владельца к другому. В принципе, у клана Добро какое есть преимущество? У них 5 истребителей. То есть у них на один истребитель, можно сказать, они превосходят своих противников. Ну, это, в принципе, оправданный сетап, учитывая, что карта не располагает точками, где надо тяжелое подвесное вооружение. Да, нет, просто они сейчас могут 4 в 5, то есть у наших 5 истребителей, у них 4, и, соответственно, уничтожить всю команду ЛСВП. Ну да, время еще у них должно хватить. Да, скоро будет грозовой фронт, и мы все это увидим. Грозовой фронт уже наступает. Вот это вот печально. Сейчас они отжимают центральную точку и все. Максим заходит на Ирбиса и сносит ему половину ХП. Вот это вот было очень плохое решение в одного залетать на аэродром. Так, у команды ЛСВП осталось 3 самолета. А, возможно, а сейчас же они еще кое-кто может отреспиться. Отреспятся все. Нет, уже грозовой фронт. Кто успел до грозового фронта погибнуть? До грозового фронта все и поразбивались, либо были уничтожены. Это, в принципе, с их стороны правильное решение. Грамотное, да, решение. Четкое отслеживание этого момента очень важно. Да. Печально, обидно, досадно, но ладно. Так. Мы можем поздравить с победой уже команду ЛСВП, но, тем не менее, у нас остался еще один бой. Сейчас будут меняться точки респа.
И сейчас стоит вопрос, проиграет команда Добро в сухую, либо все-таки одно очко смогут отбить. Кстати, уже состоялось до этого было два боя, вчера и сегодня, и там команды, и там счет в сухую 4-0 по обоим боям. Сойка играла с АРКО и... Дай угадаю, АРКО проиграла. АРКО проиграла. И МФО играла с Санаме. Но там проиграла МФО. Так, меняем точки респа. Так... Стримера перекинь в команду Литвуплэй, чтобы он стримил. Я Кодзу кидаю к нему. Себя кидаю сюда. Так, пакостник. Это в добро. Да, я в курсе, но он почему-то на центр карты вылез. Может, он меняет все-таки Техас самолет? Поменял. Проще выйти и зайти снова. Так, лисы просят поменять технику. Это значит, мне их надо перекинуть, я так понимаю, всех в центр. Все верно. Так, также мы дадим такую возможность, естественно. А Добро, в принципе, уже этой возможностью воспользовались. Итак, Добро технику менять не лис ВП закидываем обратно. О, подожди-ка, по-моему, я... А, это ж... Тебя обратно туда прислал. Кстати, а Добро написано, я немножко сбился с толку. Да, я понял. Пакостника из Добро возвращаем в команду. Итого, смотрим, была замена техники, и, в принципе, все соответствует регламенту. Добро дает добро на запуск боя. Ждем. Так, лис ВП. Ну, еще раз прошу. Добро, лис ВП дают добро. И внимание, запускаем крайний бой этого матча. Пожелаем удачи командам. Слышите гул турбин? Это мы уже все... И разбиваемся сразу же. Тех, кто не участвует. Коллективно, да? Ну да, все, кто не участвует в бою, все разбиваемся. Очень близко к точке респа находится территория. Сейчас клан Добро победит.
Так, смотрю, что ЛСВП снова пытается захватить три точки одновременно. Зачем из клана Добро один улетел сразу на центр? Я вот этого не могу понять. Почему на аэродром, опять же, смотрите, на аэродром у них летит один, на звезду летят, ой, то есть на аэродром двое, на звезду двое. Мне кажется, аэродром можно один самолет. Звезда аэродром также один. Да, в одного истребителя. Но почему-то что-то делается не так. Тем временем Антон на штурмовике гоняется за легким истребителем и сбивает его. Ну, иногда приходится что делать. Я вот как штурмовод могу сказать, иногда лучшая защита от истребителя это просто первому его сбить. Так, стратегически важный также объект это аэродром, тот дальний. Соответственно, аэродром ближний к точке респа. То есть вообще аэродром, я считаю, это одни из важных точек, которых надо все-таки держать, а мы их упускаем. Да. Особенно на таких вот картах аэродром важен. Да, да, да. Я вообще считаю, что здесь надо держать два аэродрома, которые по бокам, и в центре звезду, и достаточно. Тут будет побеждать тот, кто быстрее будет захватывать точки. А дефить точку тут очень сложно, в принципе. А это бесполезно. И упираться в деф здесь, да. Ее проще отдать и забрать снова. Вот что и было, мы наблюдали. То есть 3-4 истребителя летали на центре и ничего не делали, когда захватили. Ну это, видите, это со стороны вроде как бы ты такой видишь всю ситуацию, ты такой прям знаешь, что как делать. Но когда ты сам непосредственно за рулем, да, за штурвалом своего самолета. Ну да, совершенно другое дело. Я вот буквально несколько часов назад как раз был за штурвалом самолета именно на этих картах и участником. И совершенно другое, вот я потом посмотрел стрим, со стороны смотрится совершенно по-другому, и ты можешь даже свои ошибки видеть, переварить их. Очень полезно. У команды Добро один игрок выбыл, то ли его выкинуло, то ли вышел, и они играют в меньшинстве. Нет, он перезашел, но, к сожалению, но... Ну, уже поздно, да. Да, мы ничего не можем. Эй, я не загрузился не с той картой. Блин, я залетел на точку. И разбился, все. Вот из-за кого, понял я, из-за кого проигрывает Ландо. Да нет, я, к сожалению, блин, помешал. Можем переигрывать бой. Я вышел не на том самолете. Я думаю, не стоит тратить время. Если Добро пожелает, мы переиграем этот бой. Я думаю, в этом нет никакого смысла. Если Добро пожелает, мы будем переигрывать. Это, к сожалению, моя оплошность, даже не моя оплошность, я просто загрузился не на том самолете, а мой самолет улетел на ближайшую точку. Сейчас мы просто спросим. Подходя итоги данных четырех, получается, боев, хочу сказать одно, что обе команды могут... Сейчас видно, конечно, профессионализм пилотов, но это все-таки приходит с годами и с часами налета. И, наверное, все-таки с тренировками. В любом случае, обе команды молодцы, показали интересный бой.
В конце боя у меня произошел конфуз. Я не с той точки, ну, не с того самолета загрузился. По регламенту мы можем переигрывать бой, если добро пожелает. Но это было, в принципе, в конце боя. Сейчас мы услышим капитана. Хочу я услышать капитана команды «Добро». Секунду, сейчас. Или там их спросить. Сейчас придет капитан и спросишь устно. Саш, тут я. Слушай, в конце боя, в принципе, это никак не могло влиять на бой, но буквально в последнюю минуту я загрузился не с той точки, ну, не с того самолета получилось, летел на каком-то самолете, а мой самолет залетел на точку, которую ваш клан брал. Переигровка, в принципе, возможно, но это не повлияло на бой. То есть решение за вами. Саша, я, если честно, не вижу смысла. Они красавчики, они молодцы. Ясно, тогда поздравляю. Там все, да, то есть все было ровно и понятно. Тем более у нас был, Саш, краш в середине боя, грубо говоря. В середине боя, да, я видел, у вас игрок исчез, был, к сожалению, этот момент не переигрывается. Да, что... да, да, я понимаю прекрасно. То есть тут все спокойно и ровно. Да, ясно, спасибо вам за игру. Счет 4-0. Почему-то у нас три боя было на этом турнире и три боя со счетом 4-0. Да все нормально, все отлично. Готовиться будем. Ладно, до следующей недели. Счастливо, с наступающим всех праздником. Да, спасибо вас также со всех, с Новым годом. Встретимся на выходных следующих. Ну, если так... встретимся, естественно, заранее, раньше. Ну да, конечно. Здесь мы на следующем этапе турнира встретимся на выходных. Так точно, удачи. Спасибо вам, удачи тоже. И тренируйтесь. Я думаю, мы можем заканчивать. Да, стрим можно заканчивать. Всем спасибо, ребят. Всего доброго. Всем, да, ребята, всем спасибо, всего доброго. Всех с Новым годом.